Я, конечно, слышал фамилию Маккейн, но видит Бог, так сказать, при всем моем, скажем так, сложном отношении к Путину, это настолько разные великие фигуры, что я бы, так сказал, плевать хотел Путин на господина Маккейна и, так сказать, еже с ним. Другое дело Обама. Обама знает, то есть это очевидно, и не только он, а для всей страны, что он уходит из большой политики. Второй срок последний, действительно последний, потому что так записано в Конституции. Хотя записано так и у нас, но у нас он не последний, и неизвестно, сколько лет еще будет Путин у власти. Поэтому сегодня Обама настоящий. И мне бы очень хотелось как бы привлечь внимание к тому, что он говорит, делает, и его отношения, в том числе с руководителем нашей страны. Потому что я думаю, что здесь близок час истины. Я не знаю, что произойдет. Какая-то всемирная или там мировая катастрофа. Вот опять же тот же самый экономический кризис или что-то еще. Я полагаю, что мнение Обамы сегодня практически полностью, несмотря на конфликты там с сенаторами, это нормально. Но мнение Обамы – это сегодня мнение Америки. Через то, что делает Обама, мы можем действительно реально понимать, не что играет и как играет, так сказать, политик, желая остаться у власти еще какое-то время, а то, что действительно сегодня представляют из себя Соединенные Штаты. Поэтому для меня в этом смысле Обама, безусловно, интересен. И отношение к этому Путина, своеобразное отношение, скажем так, тоже интересно.